Я торжественно всех приветствую на канале Леоны Кики. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ай, что такое? Я на провод наехала. Сейчас, секунду, чат. Блин! Что ж такое? Ой. Есть. На жопке шерсть. Здравствуйте, здравствуйте, да, я очень рада вас видеть. У нас тут прохождение, продолжение. Короче, рукожоп на стримере, я поняла. У нас тут продолжение прохождения этого самого. Final Fantasy, вот. И сейчас пойдем играть. Да, всем здравствуйте. Привет, Даймонд, Ваня Грозный, Ромозавр, Жваха, Кромик, Зиолио. Здравствуйте. Осталось упасть со стула. Ну, надеюсь, этого не случится. Я себя сегодня прекрасно чувствую. Что не касается моих умственных способностей. Я забыла геймпад. Блин, я застряла. Ну что ты, господи, все через жопу. Так, все, я тут. Так. Господи, Иисусе, тут этот крабик неудобный. Так. Ну что, поехали? Поехали, поехали. Сейчас я посмотрю, все ли я сделала. Так, в 18 часов выходит наше расписание на все площадки. Это в Telegram, в Discord и в группу ВК. В ВК также выложила клипчик. Новый шортик вышел на ютубчике. Хотя он что-то вроде не залетел. Но я им и не делилась, так что пофигу. Ой, надо с фигмы выйти. Так, где тут? Где тут? Блин, я не сделала снова новую сцену на PS-ку. Ну что ты сделаешь, а? Вот, здрасте. Вот, здрасте. Грифа, здравствуйте. Делаем вот так. Ага. 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 Мне после выпускного из школы хочется сдохнуть. Почему? Что там тебя мучает? Делись своими проблемами. Или за выходные сколько дорам успела посмотреть? 2 или 3? Нет, я все до сих пор досматриваю свою одну. У меня один день я что-то умирала. Я досматривала аниме, которые были. Вот, потом, короче, я... Ну, и потом я досматривала дораму, которая одна моя, и все. На Дзене тоже публикации вышли? Да, да, да. Там я на Дзене тоже, подписывайтесь на мой маленький бложик. Вот, мы там выкладываем разные статейки. Статейки, посты, новости игровые, клипы с прохождения игр. Вот еще надо какие-то видосы туда закидывать, но я не знаю, какие, если честно. У меня... придумывалка закончилась, если честно. На столько платформ делать контент это так сложно, как оказалось. Вот. Классно, популярным блогерам. У них есть целая команда, которая им помогает, которая все делает. И тебе даже думать не надо, что там куда закидывать. Так, сделаю игру погромче на всякий случай. Похмелье? А, вот ты какой, жесть. Так, значит, что у нас случилось в предыдущей серии, да, в нашем выпуске? Мы, короче, пришли в деревню, или как он называется, Привал Марты. Мы пришли в Привал Марты. Мы здесь зачистили, ну, насколько я смогла, территорию, помогли людям и узнали вот в этой, кажется, нет, это магазин, значит, где-то... Короче, в какой-то церквушке мы узнали о том, что меченых, которых используют как рабов с их магическими силами, потом эта магическая сила наказывает. Наказывает, вот, и они кристаллизуются, вот, превращаются в камень и умирают, естественно. Вот. В общем... Мы отправляемся сейчас в следующую локацию. Где? Сидо. Сид. Йо, Клайв. О, Клайв. Тоже не сидится на месте? Что с рукой? Да так, доигрался со своими молниями. Раньше они слушались меня намного лучше. Таким.
Считай это знаком отличия за долгую службу и образцовое безрассудство. Впрочем, что нам мерится боевыми шрамами? И правда. Спасибо тебе, Сид. Спасибо за все. Хотите уйти, ваше дело? Живите долго и счастливо, только мне не попадайтесь. Сид! Давным-давно была у меня подруга. Слепо покорялась судьбе, как и ты. Я хотел спасти ее. И мне даже казалось, что получится, но кажется, не значит сбудется. Сид. Я вовсе не спаситель, а напыщенный старый дурак. Говорю людям, что они кузнецы своего счастья, а потом упорно пытаюсь выковать из них что-то сам. Раз никто не хочет слушать, пожалуй, лучше держать рот на замке. Но я кое-что все же скажу. Клайв, ты не монстр, а все тот же человек, каким и был. Прими это, и, возможно, избежишь своей судьбы. Судьбы? Послушай, дружище, жизнь твоя была тяжелой. И вряд ли она станет легче. Других ты, возможно, не спасешь. Так попробуй спасти хотя бы самого себя. Стараюсь. Я тебе. Джил. Поговорить мы не успели, но я уверен, что ты позаботишься о нем. Да, обязательно. Все готово. Да. Тогда двинем домой, не заставлять же бабулю ждать. Здорово, Ермаков. Прощайте. Мы тут проходим финалочку. А вы там как? Так, поблизости доступно новое задание. Ага, вот, здравствуйте, давайте возьмем. Я пока занят. О, ты ведь Клайв, так? Я слышал про тебя от Марты, говорят, в бою тебе нет равных. Ты какой-то суетной, куда-то спешишь? Верно. Спешу на поиски человека. Он может погибнуть. Серьезное дело. Что-то случилось? Пока нет, но может случиться. Люди распознали в нем носителя. Все, кто был ему соседом или другом, хотя сдать беднягу властям. Где этот носитель? Смекнув, что все к чему все идет, он не стал дожидаться прихода имперцев и сбежал. Но скоро начнется погоня. Я должен отыскать его и спрятать. Если честно, не отказался бы сторонней помощи. Возьмешься? Конечно. Мы носители, друг за друга горой. Спасибо, Клайв. У твоих больше... Что? Мы ищем Норриса. Ему нужно... Его нужно переправить к Марте, пока имперцы не взяли след. Ты нашел его или решил ждать здесь? Этот змей обманул меня, притворялся одним из нас, а сам был из этих тварей. Нужно поймать его и отдать имперцам. Он и петли не заслужил.
Так что хватит тянуть. Если дашь ему сбежать, наказание ждет тебя. Тише, Рональд. Сейчас мы пойдем. Вот помощник нашелся, я ему все объяснял. Носитель станет ловить носителя? Ага, как же. Ну тебя, пойду на поиски сам. Зачем, Рон? Там опасно. Мы не хотим, чтобы ты пострадал. Зачем? Затем, что носителям доверять нельзя. Клайв, это явно надолго. Ты отправляйся, я догоню, как успокою Рональда. По слухам, Норриса видели на пути к вратам павших. Расспроси всех, кого встретишь там. Мы просто обязаны найти этого страдальца. Так, окей. Райдер, здравствуй, моя хорошая. Белочка, привет, моя хорошая. Так, носителю не просто скрыться от других, даже интересно, в чем состоял обман. Так, еще одна побочка, кстати. Ты же тот носитель, что помогает Марте, а мне не услужишь? Не повезло мне, взял да уронил свой кристалл с утеса прямо в болото. Твоей неловкости мне не достает, а без осколка никак не заморозить рыбу на продажу. Тут лезть недалеко. Я даже заплачу. Так. А чего у вас там за ключи и ошибки? Ну-ка, расскажите мне. Так, мне надо ниже, получается, да? Так, ты... Бегаешь по поручениям Марты? Местные не дадут соврать. Прислуживать ей не худшее из занятий. Окей. Так, значит, сначала в болото, а потом на поиски чувака, да? А что, вот это за чувак? На болотах ведь будь начеку. Не топи, то всякие... Что? Ни хера не понимаю, я еще так быстро не могу читать. Блин, сейчас еще надо вспоминать, как драться. Впервые слышу, что крабы ели кристаллы. Любопытно. Не понял. Вот это приколюха сейчас была. Блин, что-то мне кажется, или громко. Так, в общем, иногда сервера троят или ОБС троит, и не можем подключить тебя. Он пишет, мол, проверьте ключ трансляции. ОБС вылетает с ошибкой, ключ трансляции неправильный или что-то подобное. Интересно. Здорово, Алин. У меня такой ошибки, слава богу, не было. Я обычно, кстати, знаете, что привыкла делать? Короче, я в ОБС, если бывают у вас какие-то ошибки, не знаю, пользуетесь вы или нет. Короче, заходите в ОБС, раздел «Справка», «Файл журнала». И там, типа, либо текущий открыть журнал, либо, типа, показать файлы журнала и ищите время, когда у вас там что крашится. Там не всегда может из-за этого быть ошибка. У меня недавно ОБС не хотел работать из-за штуки, которая, короче, у меня была от Streamlabs, типа, показывала последние видео Ютуба. А потом они сделали эту херню платным, а я-то не знала. И я, короче, вставила ссылку, а у меня крашить ОБС начало. Вот, и, соответственно, я вообще не понимала, что за херня, пока мне ребята не проверили журнал.
Вот. Так, Килатив, здравствуйте. У вас было, короче, в прошлый раз, вернее, у вас было... Когда было? Подождите. В пятницу. У вас было 10 плюсов, оказывается. Поэтому вам выдается тайм-аут на сутки. А, нет, подожди. Ромозавр попросил, что если ты отгадаешь загадку, тебя не забанят. Что-то такое вроде, да? Или нет? Ромозавр, это на сегодня распространяется? Это или было только на вчера? Так, сейчас я потише сделаю. Ой, не, лучше бан. Не-не-не-не-не, отгадывай давай загадки Ромы. Давай. Так, поговорите с Кларком в приливе Марти. Распространите местных о Норрисе. Так, получается, мы добыли кристалл, что ли? Жмиев. Килатив не любит загадки Ромы. Ну что, нашел? Да, кажется, это твое. Нашел, таки спасибо. Загадки эти хуже пыток. Отгадал, но давай напиши ответ с ошибками. Да. Именно так. Еще чуть-чуть, и мой лов точно испортился бы на солнце. Впредь будь аккуратнее. Да, обещаю. Иначе совсем не будет смысла ловить рыбу, ведь я не смогу доставить ее в город. Раньше честный налогоплательщик легко мог получить новый кристалл, а теперь нет, ни за какие деньги. Они стали редкостью, империя все туже затягивает свой кошель. Потеряю этого красавца снова, можно сразу... Что-то там, короче, прощаться с бизнесом, походу. Так, мне, кстати, осталось буквально писечка или нет? Сейчас гляну. Скилл хочу выучить. Ой, это не то. Блин, а как там меню-то? О. А, нет, получается, нужно еще 7 очков, окей. Так. Мать, что такое, Алин? Случаем не знаешь человека по имени Норрис? Отчего же, знаю, и даже видел недавно. Он шел в ту сторону. Еще и фонарь с собой зачем-то нес. Раньше он в потьмах... Чего? Направлялся к болотам. Ясно, спасибо. Ой, Беарая. Он не мог далеко уйти, нужно глядеть в оба. Так. Ой. Что это? Так. Фонарь, должно быть, Норриса обронил. Норрис мог иметь и тату ее ханаши даттана. Вот и направление узнали. Так мы уже там были же, не? Там были бандиты. Я их всех побила. Кто-то легко расправился с ними. Интересно, это был Норрис? Да это я была, я! Ты Норрис, верно? Оставь меня. У нас нет клейма. Вот как ты у тебя нет клейма, вот как ты скрывался. Тебя Рональд прислал? Натравил имперского пса на друга? Мы ведь были близки. Мне не забыть ту злобу в его глазах.
Но все это не важно. Я не стану рабом. Прошу, как носитель носителя, просто уйди. Сам знаешь, каково нам. Меня прислал не Рональд, а помощник Марты. Он хотел убедиться, что ты цел. Не понимаю. Марта укрывает носителя, она наш друг. Так ему можно довериться. Я и не знал, хотя я не удивлен. Она добрее большинства людей. Пока побудь здесь и не шуми. Скоро за тобой придут друзья. Спасибо. Для меня такого никто не делал. И прости, что назвал имперским псом, был неправ. Я и не такое слышал. Да, мне тут попался фонарь, видимо, твой. Точно, обронил, когда бежал от тех тварей. Но если честно, был даже рад избавиться от него, это подарок Рона. Ладно, оставлю себе. Глядишь, поможет запутать имперцев, когда они выйдут на охоту. Носитель без клейма. Вот как живешь себе свободно, и тут тебя предает твой же друг. Так, бежим обратно. Как жизнь молодая? Да нормально, нормально вообще. Сегодня супер. Вчера было вообще херово. Думала, прям вот реально помру, ребята. Было так херово максимально. Это просто ужас. И я, короче, не знаю, то ли у меня было давление, то ли чего. Мне было супер жарко. У меня болела голова. Мне было дурно. Я не знаю, то ли я хотела кушать, то ли еще что-то. В общем, мне ничего не помогало. Вот, это была, конечно, жесть. Вот, но сегодня все хорошо, слава богу. Так, сейчас, секунду. Нацу, здравствуйте. Тебе сегодня фигово? Почему? Ты вчера пил, что ли, или что? Почему тебе фигово? Так, тут можно вроде за это добежать, да? Я не могу понять, как тут лут выпадает. Он, ну, типа, рисается или нет? И что по поводу крипов? Они тоже рисаются? Их можно пойти пофармить и апнуть себе уровень или нет? Не понимаю, как это работает. Просто до этого я вроде все зачистила. Потом для квеста появились крабы. Но помимо всего этого, то, что я бегала, зачищала, вроде больше никого не было. Сижу, оформление доделываю, башка квадратная. Я в завязке. Понял, принял. Клайв вернулся. Как успехи? Ну, меченый, нашел этого ублюдка? Только то, что осталось. Обглоданный зверями труп и вот это. Дай-ка сюда. Нет, не может быть. Можно прекращать всю эту затею, если хочешь видеть тело. Или хочешь видеть тело. Нет, то есть, к чему мне кости носителя? Раз он мертв, то и дело с концом. Жаль, конечно, что те, кому по рангу положено, не успели отловить его. Я водился с носителем без клейма, где это видано? От меня все будут нос воротить, будут звать другом носителя, я стану посмешищем. Блин, какая жесткая ненависть-то к ним, к носителям. Это правда, Клайв? Норриса звери? Он жив. Ищи хижину на болотах, там и встретитесь. Ах ты хитрец, все правильно сделал. Спасибо, возьми его, тут немного, но все же. Ромазавр, ты выдашь банки Лативу Точине на сутки? О, 100 очей дали, все, я скилл сейчас выучу. Пишет, что у меня здесь еще какие-то есть побочки. Так, пламя возрождения. Поехали. Ебой. Все.
А что вот здесь еще есть за скилл? Аэровзрыв. Класс! Нужно тоже изучить. Полторушечку стоит. Хорош. А вот это что? Яростный пируэт. Гамбит ладьи. В клочья. А вот это что? Объятие смерти. Угу. А если я буду его выучивать, что будет апаться? Я понять не могу. Так. Там же 10 минут вроде. Какие 10 минут? У тебя 10 плюсов. Алло. Так. Блин, не могу понять. Вроде показано, что здесь есть еще побочка. А, вот, где-то вот здесь. Окей, значит, идем на мост. Мост это сюда? Вроде как, да? Это я на акцию попал? На какую акцию? Дурко, блин! А как же выйти-то отсюда? Я что-то не понимаю. Странно. Ну, мост типа достроили. Ну ладно. Акция бан на 10 дней, ага. Ой, мы, кстати, тут не проходили. Ну-ка, может, тут какой-нибудь сундучок есть? Ага. По губам максимум поводят. Сундучок какой-то. Ромата, здравствуй. Спящий Чокоба, приветствую, братец. Можешь идти куда захочешь, даже на север, раз уж мост починили. А мост точно починили? О, а на стиле не беспокойся, я брал надежные доски. Бояться нужно только зверей по ту сторону моста. Окей. Марта сказала, что мор ползет. Значит, и чудовища бегут от него в том же направлении. Встреч с ними нам явно не миновать. Придется нам постоянно быть начеку. Шли драса, нам нужны баллы. Хорош. Острые клычки получили. Хорош. Так, а клешень его, шершень, давай. Тихо, 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 успокойся, все нормально. Блин, опять... О, жесть, черепаха! Адамантуаз. Звучит как пафосное название туалета. Адамантуаз. Да куда ты его перманентно забанил, Рома? Короче, Рома, пишешь слэш. Это палочка такая на бок. Пишешь на английском тайм-аут, пробел, никнейм его, пробел, и 86 400, кажется, так на сутки бан выдается. Там вроде... Нет, тут не пишет. Это если есть вроде этот бета-ТВ, да? Да, бета-ТВ. Так, вот, на один день можно. Все, на тебе. А почему 124 секунды, если на один день? Ну ладно. Хотя, нет, подождите, но... Давай-ка я лучше пропишу, как это было всегда. Так, тайм-аут, пилотив, 86 400. А почему на сутки Twitch выдает как на... 124 секунды, 318. Вы что, издеваетесь? Все, Килатив, увидимся завтра, приходи. Я буду скучать по тебе, мой хороший. Погаса!
Ох ты, ёпты. А, ничего себе. Ай, просрала квест этот. Я нажала вроде, но, видимо, не нажала. Да что за фигня? Я же увернулась! Я просрала, короче, эти самые. Хорош. Хорош. Только единственное, сняли хп, пипец. Привет, Джиспа, да? Надо вот так. Злобный смех. Зачем злобный смех? Так, есть 170, да? Окей. Так, вот там вот надо еще взять штучку. Какой-то ДМЦ в открытом мире. Но они похожи, потому что и та игра очень динамичная. Обе игры динамичные. Обе. Фигарят, что бешеные просто. Не понял? А почему они били белые хп бар у них? Так, безумный клешень. Окей. Финалка всегда была пошаговой, но что-то пошло не так. А, ну, 15-я тоже была не пошаговой, насколько я знаю. В 17... Ой, в 7-ю я тоже играла. Она не особо пошаговой была. Come on!
Так, все, мы тут все взяли. Да. Тихо, ты успокойся. Хорош. Так, что там еще? Побочка есть. Тут всех убили? Вроде всех. Привет, танк. Блин, мне опять жарко становится. Да что ж такое-то, а? Какая я горячая женщина. О, дракон. Ну ладно, пошли с драконом драться. Вивр. Не ту кнопку первой нажала. Жесть, он в девку попал, бедолага. 13-я была, и до нее очень грашая. Что значит очень грашая? Снимай рубашку, порадуй плечиками. Нет. Ой, какой-то сундук необычный. Поножи кровавые Кровавые... Блин, в жопу, короче, не умею выговаривать. Можно, пожалуйста, не ходить под окнами, не орать? Стоят и на кого-то зовет, блин. Так, ага, туда можно попасть только через вот это. Ну, так тогда и попадем туда, чё. Хотел куснуть его, а куснул модератора. Блин, ну получается сам себя куснул за хвост. Ой, Анта! Чё так? Знаете, мне бы пригодился боец. Проклятье, меченый, некогда мне торговаться за тебя. Погоди-ка, это же спящий Чокубо. Марта твоя хозяйка? Она не осерчает, если я одолжу тебя. Волки-то ей мешают. Кто знал, что их окажется так много? Видно, бегут подальше от мора в мертвых землях. Ни для кого нет пищи. Самое обидное, что от голода они не ослабели, а стали только злее. Раз Марта взяла тебя, значит, ты на что-то годен. Избавишь нас от этого зверья? Избавлю. Так. А еще на самом-то деле, блин, я бы не смогла бы, наверное, выдержать, если бы меня так постоянно оскорбляли. Я бы обозлилась и наказывала бы их за такие слова, если честно. На вид они точно голодные, голодные и злобные. Ха!
сообщите этому Брайсу, что путь свободен. Так, пошли вперед. А почему вперед? Не назад. Привет, Крызизум. Я к вам на щу-щуть, ко мне режим пришел. Ничего себе, ну-ка расскажите, что у вас там за режим. Ты Брайс? Тебе это что, носитель? Твой друг попросил меня избавиться от волков, я так и сделал. Так я и поверил, что один носитель прирезал всю стаю. С другой стороны, как бы ты тогда перешел мост? У тебя сил не в проворот, да? Ох, Фредерик, ну ты хитрюга. Я бы не догадался натравить одну тварь на другую. Ты хорошо послужил нам. Передай своему хозяину благодарность. Я отвечаю, я бы их просто жестко наказывала за такое отношение к другим людям. Прям вообще пипец. Типа, правильно, я засыпаю вечером, просыпаюсь утром, но хз, надолго ли? Пуэл, пуэл. А я все не могу, я дорамы смотрю до 3-4 утра. И сплю потом до 1-2. Сегодня проснулась капец поздно, но я сегодня хотя бы выспалась. Так, мне нужно вернуться и сходить вот сюда, мы вот эту всю область не просмотрели. Ты, по сути, ведьмак? Ну, по сути, да. Типа того. Гоблинская монета? И куда мне ее засунуть себе? Гоблинскую монету... Так, как отсюда выйти? Что-то голова начинает кружиться в игре. Загадки все же зацепили. Мне кажется, они их теперь будут слагать легендером. Но я тебе советую все-таки действительно написать Литычу, или Литыч, если появится на стриме, я ему скажу, что там ты ему напишешь, или еще кто-то ему напишет. Вот. Загадки у него сложные, в умные и сложные. Так, ну мы тут были, да? Да, пиво пили. Так, там какой-то огр. Блин, у меня хп нету, чтобы с ним драться. Не знаю, прям пипец. Ладно, пошли, чё. Просрала скилл класс. Загадок. Так это не Ромазавр, это он у жвахи берет, это жваха. Во всем виноват. Вернулась же.
жесть, двоих одновременно. Нормально, я красиво делаю. Так, только там пришли, да, какие-то. Хорош. Так, 313. Окей, мне нужна полторушка, да? Блин, опять Минотавр? Да ну... И пошли, чё. Ай. Палец болит, блин, не могу. Нападай на него, нападай. У меня болит пальчик. Причем я когда много-много жму, то есть я вот так вот держу геймпад. Получается, вот так вот много-много-много раз жму, и у меня болит, короче, вот, вот если объяснить, короче, вот эта вся часть, и вот, вот сюда, видимо, тут какие-то нервы, они сходные, и вот, вот тут вот я слышу, как все натягивается, и мне больно. Капец, жесть. Блин, а что так жарко? Чат, кто-нибудь мне объяснит, почему так жарко? Да я такая горячая девочка, а? Так, все, двух минотавров подряд мы завалили, да? Угу. Так, вон еще чуваки пошли. Да? Нет, не все. Чешется. Так, ну мы уже вроде тут все оббегали. Вот это сейчас заберем и в принципе можем все идти по основному сюжету. Локация в принципе зачищена. Так, тут можно что-то направо сходить. А, это к этому дому. К дому мы ходили. Все нормально. Так, на мост. К
сколько же вы килотива тут банили, бедный парень. Но мы не могли разобраться с баном. Ой, Рома ему вообще херакнул пермачом. Смотри, мельница. Ну да, мельница. Зашу антилопочку! Капец. Взял, пихнул антилопочку. Ну что это такое вообще за кровожадный мужчина? Так, мы тут вроде все, да? Нам нужно сюда, а я хочу еще вот сюда сходить. Тут какая-то локация длинная. Как-то раз в детстве лорд Мердок привозил меня сюда. Тогда Розария была совсем другой. Так, ну... Сундук мы нашли, это хорошо. Так, сюда не залезть, да? Окей. Так, а чё, а как, а куда? Куда-то вот сюда, да? Да мне там уже выдадут этого квест Чокоба. Блин, они не все перевели. Она иногда что-то говорит, я не понимаю, что она говорит. Садись на волка. Ага, если бы так можно было. И чё? Опа, здрасте. Хорош.
Как ты сегодня лучше? Да, сегодня намного лучше себя чувствую. Вообще прям кайфово было. Только сейчас почему-то вот запустилось, сколько я посидела, уже часик. И мне стало почему-то очень-очень жарко. Я не понимаю, на улице вроде прохладно, или это на улице потеплело, или мне жарко стало. Вот, ну что-то прям пипец. Надо как-то волосы, что ли, завязать, чтобы тоже не мешали. Еще, наверное, я пойду себе сейчас поставлю, чтобы на меня дуло. Сейчас я, потому что не могу, жарко вообще, пипец. Все, волосы я собрала. Дайсон, почему ты не включаешься? Почему-то он не включается. Вот теперь включается. Привет, Вань. Так. Короче, сегодня, да, сегодня себя чувствую намного лучше. Свободнее, хорошо, хотя с утра, если честно, я умирала. У меня буквально перед стримом, там, типа, за 2 часа стало легче. Я даже думала пораньше подрубить, и потом думаю, не-не-не, надо поделать, поваляться сначала, для начала отдохнуть, да. А потом уже можно и подрубать. О, хорошо, ветерочек холодный дует. Что ты, Вань, рассказывай, что ты там делаешь сегодня на работе? Шо-шо-шо, опять я шокать начала. Или у меня это не проходило? Так, доберитесь до иступа. Да, окей, идем. Спасибо за фоллоу. Дома? И что ты делал? Куда-то надо. Все, расписание везде выложено, да? Да. Так, закрепить. Хочу дождя. Хочу дождя. One moment, please, my dears. Так, все, тут есть. ВК должно быть. Так, водичка, ваше здоровье. Спал весь день, ничего себе. На мой заказ, сколько там по времени ТФТ дуо? А я не помню, ты... Но ты заказывал сезон Хельсинга. Там вроде как 10 или 13 серий. Высчитай, сколько это по времени. Доброго времени суток, Даймонд. Ну что, как вы вчера, просрались или проспались? Ай, не могу. Да хорош гавкать ты, шавка. Где ты тут бегаешь, блин, и тявкаешь, заколебала. Так, вот это надо закрепить.
вот это надо закрепить, сюда зайти посмотреть, сюда зайти посмотреть. Извините, я тут во время стрима прям отвлекаюсь, да? Так, понятно, понятно, понятно. Так, ну давайте еще сюда тоже бахнем, где он тут. Ой, нет, мы сделаем не так, мы загрузим видео. Если так, два в одном, жесть. Но если честно, то так и не смог уснуть, поэтому занимался всякой ерундой. Блин, как обидно. Как обидно. Желаю тебе, чтобы ты сегодня выспался хорошечно. Если посчитать серии по 20 минут, то 4 часа. Ну вот, 4 часа. Так, все, поехали. Извините за отвлечение. Вроде все проверила. Иступ. Имперская провинция Розария. Тихо тут, тихо. Правда? Да. Боги, Клайв Росфилд? Я Ханна, жена родни Мердока. Родни, леди Ханна. Я сразу вас узнала, вы совсем не изменились. Лорд Маркис и Джилл, как же я рада вас обоих видеть. И мы рады вам, леди Ханна. Ох. Если возможно, пойдемте в мой дом. Предложить мне особо нечего, но что найдется, все ваше. С удовольствием. Значит, все это время вы скитались по свету? Одно дело бежать от железнокровок, но лишиться дома в столь юном возрасте. Нам было непросто, но мы выжили, и... наконец-то вернулись. Славно, что вы живы и здоровы, леди Ханна. Вы намерены оставаться в Иступе? Розалит ведь не лишился дара исходного кристалла. Можно переехать туда. С этим домом столько связано. Так что я попробую мирно дожить свой век здесь. Да идти мне некуда. Столица закрыта для нас по приказу герцогини.
точнее, ее императорского величества. После женитьбы Аннабеллы и императора Санбрека здесь многое изменилось. Да, не сомневаюсь. Простите, я не хотела. Бросьте. Вашей вины ни в чем нет. Разве для вашей семьи не сделают исключение? Вряд ли моя мать откажет лорду-командующему. О, видимо, вы не слышали. Родни погиб в ночь пожара. Врата Феникса стали ему могилой. Я... Мне жаль. Лайф. Дитя мое, на вас лица нет. Еще бы, проделать такой долгий путь. Вам нужно отдохнуть. Поговорить мы успеем. Ты точно не хочешь пойти внутрь? Не могу. Я натворил достаточно бед. Леди Ханна сказала, что утром принесет тебе чистую одежду. Она очень любезна. Тринадцать лет. Одни убийства. 13 лет без малейшего луча надежды. Лишь мысли о Джошуа давали мне сил. Я дал клятву отомстить за смерть брата, расправиться с его убийцей. И только она наполняла мою жизнь смыслом. Но если Джошуа, Мердок и все остальные погибли от моей руки, за что мне дарована жизнь? Меня мучит тот же вопрос. Когда я сражалась, счет убитых шел на сотни. Повсюду трупы. Столько загубленных в самом расцвете сил. В тот день в Дальмекии я... хотела разделить их участь, прервать свое существование. Жизнь была не вмоготу. Казалось, лучше пасть замертво, чем быть той, кто я есть. Мне жаль. Помнишь вечер, когда мы стояли на балконе и смотрели на луну? Я вознесла молитву Мети и получила ответ. Ты вернулся ко мне. Значит, у небес есть замысел касательно нас. Поцелуй? 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 Не. Он бревно, понятно. Нам пора спать. Да. Оясми. Так и заканчиваются вообще великолепные истории любви. Опять.
Обойдешься, уважаемый Модер, вам и так Элли уделяет и играет с вами. Не-не-не, Вань, это за то, что он платил, и мы должны были смотреть аниме, но мне надоело, короче, скакать по всем площадкам, и я такая, типа, в жопу, короче, не хочу смотреть аниме, чтобы подвергать канал Твича бану. Вот, поэтому мы отменили, и я сказала ему и тем, кому я должна кино, что они могут заказать любую игру. Вот, Мазилыч хочет вместе пойти поиграть в ТФТ. Вот, поэтому, как бы... Мы, кстати, можем это сделать, между прочим... Нет, там не 4 часа будет, а когда... Мы можем разделить на два раза, типа в среду поиграть после ДНД и в четверг поиграть после коопа в Дредхангер. Блин, ну я вообще, если честно, не хочу коопу, все, я заколебалась. Я, наверное, это будет ластовый. В том плане, что я что-то как-то... Мне хорошо чисто с вами, чисто без других людей, чтобы вот это вот никому не писать, не написывать, не договариваться. Если кто-нибудь пригласит, то окей. А самой собирать это нахрен. Гемор такой вообще. Не хочу я столько сил на это тратить. У меня есть другие моменты, куда тратить все это. На сегодня у меня игры и развлечения под энергетики, поэтому не до сна. Жесть, ты, конечно, Рэмбо. Рэмбо. Дальше нет смысла играть в это. Запускайте в ТФТ. Так подожди, а вдруг они в конце это поцелуются? Или она защитит его своей грудью, умрет у него на руках, и в это время он ее поцелует, но будет уже поздно, и тогда он осознает, что он потерял, понимаешь? Тут, возможно, такие страдания будут. Здравствуй, Дас. На два раза, потому что один раз... Дурак, осуждаю тебя. Синчиш, здравствуй, здравствуй. Нихао, нихао. Все, я не верю в то, что они поцелуются. Спасибо за фоллоу. Чудно, леди Ханна. Блин, я не прочитала. Вы так похожи на Элвина в молодости. Откуда у вас старые вещи моего отца? Блин, реально надавил микро, похоже. До того, как Элвин стал эрцгерцогом, мы часто проводили лето вместе. Они сродни были близки. А этот костюм так и висел в шкафу с тех времен, пылился вместе с остальными вещами. Благодарю, что сохранили его. Мне жаль лишать вас такой памяти. Бросьте, ваш отец именно этого бы и хотел. Тебе идет? Спасибо, леди Ханна. Да, спасибо. Вы очень добры. Это я должна благодарить вас. Мы, считай, перенеслись во времена, когда были счастливы, пусть всего и на день. Счастливого пути, милорд и миледи. До свидания, леди Ханна. Так, непобедимый, крест мети и что-то там еще мне дали. Если пойдем по дороге на север, то как раз доберемся до врат Феникса. Вперед. Окей, но подожди минутку. Мне нужны, так, снаряжение. А, мне вот это все поменяли, да? Окей, хорошо, хорошо, я не против. Так, что у нас тут? Увеличено количество опыта. Увеличивает урон от растущего пламени. А здесь... аксессуар, да... Хорош, хорош. А что вот это? Что вот это? Типа там новые есть, да? Так, по ножу кровавого ястреба. Увеличивает урон от комбинации в воздухе. Да не. Спасибо, не. Спасибо, нет, спасибо. Так, способности. Что у меня есть? У меня есть 449. Что я могу? Усиленная магия. Нет. А, трамплин. Нет, я им не пользуюсь. Огненный клинок. Вот это, кстати, норм. Рывок вниз. Это что? Это вот это вот, да? Но я это не часто. Вот выпад я часто юзаю вроде. Или нет? Так, точный уворот. Это мы даже не качали, да?
Так, а что за точный ворот? Нажав R1 за миг до получения урона, вы не только эффективно уклонитесь от вражеского удара, но и получите шанс провести контратаку. Ладно, давайте вот это выучим потом, когда хватит нам. Получается, 51 нужен. Очко! 51 очко. Так, вот здесь есть магазин. Идемте сходим в магазин. Нас не любит. Записывай его, Мазилыч. Записывай всех полностью, кто меня не любит. Так, где тут Махасин? Блин, слушайте, как же я похожа реально на чувака из DMC. Я в шоке просто. Я не поняла, где... А, дальше. О, вот сейчас красавчик. Так, местная жительница. Куда путь держите? Или хозяин не сказал? Сомневаюсь, что вы осядете в нашей деревне, хотя... И тут есть свои прекрасы. Взять хоть башню. Артефакт павших, как-никак. Стоит уже 1000 лет, а внутрь так никто и не решился зайти. Страшно ведь, да? Тоже не понимаю, почему новую часть DMC называют F16. Смешно, да. Так, дыхание ветра уменьшает время восстановления способности гамбит ладьи. Это хорошая штука. Но у меня всего 3 артефакта, поэтому я не могу его поставить никуда, да? Так, ленту. Ленту тоже не могу. Она стоит 40 тысяч. Вот зелье я бы купила бы, кстати. Так, что я могу продать? Я могу продать клинок Гаи. Но на всякий случай пока что не буду его продавать. Вдруг я его смогу улучшить. Так, темный пояс. То же самое. Боевые наручи. У меня есть вот такие, вот такие. Вот эти, я думаю, продадим. Так, знак силы. Ай, дома. Пока не уритай монова. Коготь виверны можно продавать, но он используется при изготовлении предметов, поэтому я не буду его тратить пока что. Пока что. У тебя новый меч? Да, мне только что дали всю новую снарягу. Вот, она вся фиолетовая. И я знаю, что фиолетовая снаряга здесь не точится, поэтому, скорее всего, придется что-то новое делать. Вот, ну да, у меня новый меч, видишь, и новая броня. Наконец-то новая броня. А то у меня старая заколебала, она такая невзрачная была, пипец. А, Элька, ты вчера говорила, у тебя паспорт украинский, российского нема или и тот есть? Это я не буду обсуждать, потому что это личное. Вы, Элвин, носил эти... О, небеса! Вы его первенец, Клайв Росфилд. Вы ошиблись. Нет, милорд, меня не проведешь. Ваше сходство с отцом неоспоримо. Будь вы даже в других одеждах, я бы все равно узнал. Полагаю, эти вещи вам передала леди Ханна. Она всегда говорила, что будет хранить их до того дня, как сыновья Элвина вернутся в Иступ. И вот, наконец-то, он настал. Видно, и своих носителей тоже заберете. Моих носителей? Простите меня, господин мэр, в последний раз я был в Иступе еще ребенком, оттого и не узнал вас. Было бы странно, если бы вы хоть что-то здесь узнали. С приходом империи в эти земли многое изменилось для Розарии, в том числе и для носителей, что служили местной знати. Когда 13 лет назад железнокровки захватили Розалит, многие из них, лишивших хозяев, пришли сюда. Итак, и остались?
Верно, мы думали отправить их домой, как только отобьем столицу, но тут объявились имперцы. Розария стала провинцией Сенбрака, герцогство упразднили, и возвращаться этим людям стало некуда. При вашем отце носители, утратившие хозяина, переходили под опеку герцогства или находили новое занятие, стоило только сообщить властям. Но увидеть, как имперцы обращаются со своими мечными, мы решили никому ничего не рассказывать, так что носители остались тут. И теперь вы хотите отдать их мне? Они и ваши по праву, лорд Росфилд. Такова была воля покойного герцога. Пусть лучше они служат вам, чем прячутся здесь. Многие из них действительно трудились при дворе и до сих пор считают Росфилдов своими хозяевами. Нынче я сам себе не хозяин. Со мной небезопасно. Я понимаю. Уж простите старика, что так размечтался. Слишком долго мы все этого ждали. Я все же не могу не попросить об услуге, совсем небольшой. И, надеюсь, посильной. Есть тут один носитель, старик, хранящий беспрекословную верность эрцгерцогу Элвину. Я не прошу брать его на службу. Но хотел бы, чтобы вы встретились с ним. Пусть увидит, что сын Элвина жив и достоин носить имя своего рода не меньше, чем отец. С радостью встречусь. Спасибо, милорд. Обычно он сидит у колодца и наблюдает за тем, что происходит вокруг. Я буду крайне благодарен, если вы ему покажетесь. Так, чего там? А, я даже готов зубы отдать. За то, что ты меня укусил? Еще и за сиську? Ах ты, падла! Жесть, диванные войска, восстаньте. Осуждаю сидеть на месте на ваших диванчиках. Не вставать. Элвину и бурундукам, да. Так, где он там? Идемте. Он же должен был меня увидеть, не? Че, нет никого? Его тут нет. Просто так уйти тоже нельзя. Один раз я уже подвел мэра. Совсем не хотелось бы разочаровывать его снова. Согласна. Поспрашиваем местных, вдруг они видели старика? Раньше я вас тут не видела. Что привело вас в Иступ, путники? Мы ищем старика-носителя. Вы случаем не видели его? А, вы про того бедолагу, что всегда сидит у колодца? Да, про него. А что, уж простите за расспросы, но какое вам до него дело? Вы часом не из столицы? В каком-то смысле, да. Всегда так приятно встретить жителя Розалита. У моей семьи был дом на торговой улице. Если бы герцог Элвин не погиб в пожаре, мы бы так и жили там. Но при герцогине все изменилось. Людей стали бить, гнать отовсюду. Налоги с каждым днем поднимаются выше и выше, хотя мор пожрал половину урожая. Ай, да вы и сами все знаете. Разболталась я, простите. Боюсь, не подскажу, где этот ваш носитель, но явно неподалеку. Он бывает здесь ежедневно, будто условился о встрече с кем-то. Мы поспрашиваем других. Спасибо. Так что скусим. Да сиди уже, чего ты. Добрый день, миледи. Чем могу помочь? Я ищу одного носителя, старика, что раньше служил Росфилдом. Вы его не видели? А, этого безумца? Нет, сегодня чуть не видел его.
Странно, в это время он обычно всегда у колодца, закатывает свои воображаемые пиры. Пиры? Да, раньше он трудился на кухне при Розалистском замке. Вот и думает, что до сих пор там бедный старик частенько якобы разговаривает с эрцгерцогом. Живет в своем мире. Наверное, хорошо, что он здесь. Мне как-то не верится, что жена императора снисходительно к нему отнесется. В общем, этот страдалец должен быть где-то рядом. На дальний поход ему сил не хватит. Спасибо. Мы продолжим поиски. Ой, погодите. О старике можно спросить Патрика, который приглядывает за Чокобо. Он, так сказать, и этого птенчика взял под свое крыло. Сходите к стойлам, может, хоть там что-то разузнаете. Патрик, что следит за Чокобо? Ясно, спросим. Джил, прости за то, что приходится делать многое за меня. Ничего, иначе все в тайне не сохранишь. Что ж, пойдем к стойлам. И куда он запропастился? Прошу прощения, у вас что-то случилось? Да, все мой подопечный носитель, стоило на минуту отвлечься, он куда-то сбежал. Я и у колодца искал, и по всей деревне прошел. Спасибо за фолу. Вы, видимо, Патрик. Да, что? А носитель, которого вы ищете, старик, что раньше трудился на кухне при Розалистском замке, так? Все верно. Но откуда вам это известно? Я впервые вижу вас. А кажется, будто вы знаете Иступ лучше моего. А, вот оно что. Ну, раз сам мэр попросил, то помочь мне с поисками для вас будет делом чести. Последнее время старик стал совсем плох, твердил, что за ним придут судьи, что ему придется вернуться в замок. До сих пор мне удавалось ограждать его от всяких бед, но раз он сбежал, тут ничего не сделаешь. Ничего. Вы ищете по деревне, а мы осмотрим окрестности. Спасибо. За мной долг. Да. А гифку на фоллоу будете менять? А я не знаю, надо вообще поменять, наверное. Но у меня идей нету. Надеюсь, он не угодил в беду. Найдем его, тогда узнаем. А, это, видимо, надо идти туда, где была Виверна. Но я Виверну уже завалила. Лол. Придется второй раз драться с Виверной? Где же он? Может быть, ушел еще дальше? Странно, я же это все собирала, оно опять появилось. Смотри, вон там кто-то есть. Возможно, это он. Поспешим. Враги здесь. Убьем их, а то еще заметят старика. Да, согласна.
смотрю, они изменили боевку в новой DMC. Выглядит неплохо, лол. Ну да, неплохо, неплохо. Так, мне нужно 500, да, будет очков? Друг мой, все хорошо? Пойдем, пора домой. Ваша светлость, вы вернулись. Я так долго ждал вас, и вот, наконец-то вы здесь. Ты обознался? Лайф. Что, подыграет? Да. Прошу простить мое отсутствие. Ничего страшного, ваша светлость. Я молил небеса, чтобы вы пришли за мной, и они все-таки ответили. Теперь мы отправимся в замок, правда? Мне еще найдется местечко на кухне. Нет, друг мой. Домой еще рано возвращаться. Пока что. Мне предстоит очень важный поход. Он займет некоторое время. Мог бы ты остаться в выступе, пока я не завершу его? Мы увидимся совсем скоро, обещаю. Конечно, ваша светлость. Вас я готов ждать и до самой смерти. Грустно. Спасибо вам обоим, вы очень добры. Память о днях службы покойному эрцгерцогу была для него светом во тьме, и теперь он стал гореть чуть ярче. Конечно, это просто иллюзия, но она все же лучше реальности. Намного лучше. Мор подступает все ближе, урожай гибнет. Люди покидают деревни целыми семьями. Если бы не леди Ханна, продавшая половину своего имущества ради тех, кто остался, мы бы уже давно умерли с голоду. Нам искренне хочется и дальше оберегать носителей, но скоро у самих не останется даже корочки хлеба для пропитания. А спасти всех может только чудо. Настолько все плохо? Настолько, что я даже просил солдат из гарнизона взять носителей к себе. Но узнав, откуда они пришли, те разве что не плюнули мне в лицо, стали называть этих несчастливых вшивыми псами, врагами империи. Мой знакомый по имени Сид с радостью приютит любого носителя, попавшего в беду. Я помогу вам, как только вернусь из Врат Феникса. Сразу поговорю с ним. Спасибо, милорд. А вы не заглянете в выступ на обратном пути? Если найдете время, я бы многое хотел обсудить с вами. И будущее нашей деревни, и то, что можно сделать для леди Ханны в благодарность за ее поддержку. Понимаю. Скоро увидимся вновь. Тогда до свидания, милорд и миледи. Мирной вам дороги. Так. Ага, хватает теперь. Хорошо. Чатик, вы такие писюхи, очень маленькие писюхи. Откушу я ваши ухи, 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 ухи. Ту-ру-ту-ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту-ту. Верно, эти земли зовут мертвыми. Я не думала, что они так близко. Неудивительно, что урожаи падают. Мор напрочь лишает землю эфира. Когда его нет ни капли, вот что происходит. Ни растений, ни животных, совсем никакой жизни. Но и чудовищ нет. Хоть какое-то утешение. Так, сейчас, подождите, давайте вот сюда сходим.
какой-то древний вход. Что это? Еще один образец работы павших? А, видимо, я попозже сюда приду. Поняла. Доберитесь до врат Феникса. То есть мы уже почти добрались, да? Так, там... Здесь не получится использовать магию. Было полно хлопот из-за отсутствия эфира, так еще одна прибавилась. Когда в земле нет живой силы, только хлопоты и остаются. Но вода есть, смотрите. Несмотря на то, что мор, да, все типа живое якобы высохло, земля неплодородная, но вода почему-то есть. Интересно. Монтфиш опубликовали полноценный трейлер дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart. Выходит 2 августа на тех же платформах, где выходила основная игра. О, то есть вышел трейлер DLC. Ну-ка, дай гляну, где он тут есть где-нибудь. Так, вот, первая DLC. Окей, сейчас запостим везде. Же оно? Вроде оно должно быть. Что-то тучи серые идут. Дождик, что ли, будет? Дождик! Так, сейчас секундочку. Угу. А то у меня теперь за новостями никто не следит, надо все самой делать. Так что приходится делать вот такие паузы. Делала новости. Будет потом запостить. О, Мазилыч, ты там занят или нет? Ты можешь запостить эти новости в ВК с тегами? Drink Panther, здравствуй. Так. А чего в модераторской что-то было, а теперь ничего нету? Вы что-то писали туда? Ой. Да блин, Discord, закройся нахрен. Спасибо. Спасибо. Так, все вроде, да? Больше ничего нету. Да, вроде больше нету ничего. Пеги, какие куда? Смотри, короче, ты можешь зайти в группу ВК. И там сверху есть такая фигня с, ну, типа, поиск с лупой. Ты туда вводишь название Atomic Heart и показывает предыдущие посты. И у них есть теги по Atomic Heart. Просто их скопируй и все. Смотрю, этот трейлер и колыбельная прям за душу берет. Ну-ка, дайте гляну, что там. Уже я даже не посмотрела. Не ложишься на край.
Блин, я надеюсь, вот эта вот песня есть полностью, которая баюшки-баю. Вот, она кайфовая. Ее можно даже будет, кстати, поставить, наверное, на фоллоу. Да? Она же вроде не так часто фолловится. Она такая классная. Примерно как и фраза из этого... Bloodborne, Welcome Home, Hunter. Мне сложно представить, как это место выглядело до Мора. А я помню. Тут было красиво. Я надеюсь, что у них с саундом работал Мик Гордон. Он респектовал данной игре не раз. Конечно, там же уже вышел вторая часть саундтреков Atomic Heart, и там есть треки Мика Гордона. Не смотрел, что ли? О, а здесь типа нормально. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Вот они, врата Феникса. Где все пошло прахом. Идем, Клайв. Пришло время узнать правду. Каким хером вы ее узнаете? Вот вы туда придете, там все разрушено, и чё? Но судя по тому, что она говорит, там, скорее всего, будет кто-то. Будет кто-то, да? То либо нам расскажет, либо мы кого-то очень важного встретим. То есть такая мини-спойлер. Вот, такая мини-спойлер. Мы тут находимся, мы были тут, тут и тут. А еще, кстати, блин, хотя мы вот здесь уже вроде все прошли. Тут просто еще есть какие-то территории, видите, они типа как оцеплены, разбиты по категориям. Вот мы вот здесь еще не были, мы еще здесь будем походу, да? Здесь походу мы будем и здесь. Карта типа, ну, большая, то есть игры. Интересно, сколько я уже прошла игры? Мне кажется, немного. Колыбельная? Ну-ка. Я чуть попозже послушаю. Спасибо большое, Даймон. Так, мужчина. Блин, так интересно наблюдать за двумя мониторами. В одном мониторе натуральные краски. У него лицо такое слегка розовенькое. На втором же мониторе очень яркие краски. Вот прям... контрастность превышена. Словно время остановилось. Так, подожди, стой. На паузу нажми. Вот. И у нее, допустим, на основном моем мониторе еле-еле там, ну, такие типа серые глаза, типа с голубизной. На втором мониторе у девочки ярко-голубые глаза. А вот этот чувак, который сейчас на мониторе на основном, у него, ну, нормальный, как бы здоровое состояние кожи, да? А на втором мониторе он какой-то зеленый, как будто у него проблемы с печенью. Блин, такой прикол вообще. Ни у кого не было причин возвращаться сюда. Да. Каким все и осталось после меня. Давай осмотримся. Как я мог сотворить такое? О, жесть! Да ну, он вроде такого не делал. Он не делал такую воронку. Что за прикол? Я не помню, чтобы мы такую воронку делали. В чем дело, Торгал?
Привет, прапор. Клайв. Это он. Бежим! Где поезд, говоришь? Только он может открыть мне правду. Короче, смотри, заходишь в группу, и вот где там есть полоска, типа, что у вас нового. Чуть ниже идут записи сообщества, и справа будет такая лупа. Вот на нее нажимаешь, и там введите фразу или слово. Я должен узнать ее. Так, а тут ничего нету такого, чтобы пособирать. Ладно, бежим за правдой. Где же он? Успел скрыться. Здорово, Шадума, как? Бубам? Или Бубам? Проклятие, опять ускользнул. Что это за место? Какое-то святилище? О, прости, ты же не бывала здесь. Мы в зале врат. Врат? Это артефакт павших. Их может открыть только доминант Феникса. Вот почему замок так называется, чи замок. Здесь Джошуа должен был... Да. На другой день он должен был войти в эту дверь и выслушать завет наших предков. Ты должен был идти с ним? Нет. Аподитерий — священное место, куда дозволено попасть лишь доминанту. Я бы остался тут с другими щитами и молился бы о возвращении брата. Куда он мог пойти? Наверное, внутрь? Невозможно. Для этого нужен дар Феникса. Как мы уже читали, Феникс со своим щитом поделился своей силой. Феникс. Спасибо, Джошуа. Ты уверен в этом шаге? Как никогда. Ты пропустил то, что эта девка хотела его поцеловать, а он бревно, короче. Это самые важные новости на сегодня. Опять ворота. Может, хоть эти не заперты? Ух ты, ля, тут вообще космическое все. Это место действительно развалины павших? Развалинами его точно не назовешь. Все безупречно, будто построили только вчера. Жесть, вы посмотрите, офигеть. Я не видел ничего подобного. Случайно не спящие рыцари? Джилл. Проснутся и будут драться?
Что будем делать? Как обычно. Раза! Хорош, спасибо. Еще враги. Работают. Почему все здесь все еще работает? Видимо, так обиталище павших и выглядели до разрушения. Туда надо. Блин, слушайте, а где скилл-то? Что-то я не поняла прикола. Я же его выучила. Пламя возрождения. Создайте огромную огненную колонну, чтобы нанести урон всем врагам в радиусе действия, блин, а заодно частично восстановить ОЗ. А как? Какими кнопками это делать? Готово, босс, давай глянем, что ты там наделал. Так, все, супер, супер. Сейчас я еще вот это копирую. Видео редактировать вот это так. Трейлер первого. Так, трейлер первого Go DLC для Atomic Heart. Инстинкт истребления. Всё. Так, какую мы возьмем заставку? Давай вот эту. Хранить изменения. Все. Все, сделано. Спасибо большое. Так, блин, а как... Слушайте, так и не написано, как его юзать-то. И что делать? Типа, угадывай сам, или что? Смена айкона, захват цели. Быстрый доступ команды питомцу. Смена быстрого доступа команды питомцу. Движение, инстинкты. Что за инстинкты? Провокация. Это R2 и удерживать. Ага. Подготовка способности айкона, уклонение, магия, особый навык айкона. А, это вот это я его и выучила, да? Особый навык айкона. Блин, у меня тут что-то возле носа так чешется, не могу понять. Я уже себе вавку скоро тут расчешу. Привет, Чоко Джин. Посмотрел тизер боевых душ Лола. Это просто ауф. А что за тизер? Так, получается, это вот на кружочек. Особый навык айкона, да? Нет. А как же вот эту штуку с фениксом юзать-то? Ёпарасоте. Ага, вот, понял. А вот что за инстинкты? А, инстинкты это собака, поняла. А там просто нажимаешь на само видео. На само видео нажимаешь и...
А там, где... Сейчас скажу. Так, нажимаешь на видео... Вернее, нет, на название. Нажимаешь на название, видео открывается в полном плеере. И там внизу есть вот типа сердечко, поделиться, плюсик добавить к себе и еще со стрелочкой. Вот нажимаешь на еще со стрелочкой, и там будет редактировать. И вот там ты уже редактируешь все, что тебе нужно. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Подожди, не бей, я проверю один прием. Да-да-да. Я какие-то скиллы выучиваю, а как их юзать, ну, типа, вообще непонятно, да? Ну, в способностях ничего не говорится. Так, рекомендуемые способности. А хер его знает, что-то оно выучилось. Что оно выучилось, непонятно. Потратила все мои эти самые, да? Так, ну, сведения, оно не то дает. Объем лечения зависит от текущего показателя восполнения, отмеченного по на шкале ОЗ бледно-зеленым цветом. Воспользуйтесь при высоком показателе восполнения или попав в окружение. Мастерство пламя возрождения будет доступно любому айкону. Побочное пламя. Используйте пламя возрождения, нанесите урон нескольким врагам. Вообще не понимаю, как его юзать, если честно. Я столько на него копила, и по итогу обесрався вообще. Блин, а тут очень красиво. Так все готичненько. И реально, как будто по-инопланетному. Подождите, я что, я сюда пришла, что ли? Ты ё-моё. Новое событие. 20 июля начнется вроде как можно будет 2 на 2 на 2 на 2 сражаться, плюс классные скины. Это в лиге? Прямо сюда. Подожди, нет, мы же отсюда пришли или нет? Нет, вот, вниз надо идти. Вниз же или нет? Блин, я не понимаю, я иду туда опять или нет? Где Джошуа-то делся? Ой, меня насудили.
Ты что-нибудь понимаешь? Нет, давай отыщем человека в накидке и уйдем. Так, милость ветра. Но это нам не надо. Почему такое только для PS5 выпустили? Не, они выпустят для компа, но чуть попозже. Тем более, есть же 15-я финалка. 15-я финалка есть на компе, прям с русской озвучкой даже. Тут озвучки нету. Вот. Оно вроде должно быть то же самое. Вот. Поэтому 15-я есть, 16-ю выкупили только эксклюзивом, видимо, Sony. А, поэтому у них, скорее всего, контракт там типа на 1-2 года, что оно будет только на PS-ке. Вот. Ром, хватит себя кусать. Ты уже второй раз за сегодня кусаешь сам себя. А куда мне идти, кстати? Тудой. Вам меня, кстати, видно на вебке, чи не? Чида. Что это за метеориты? Ух ты, ёпта, бимба! Что они вообще такое? Тут вроде все. Хорош, идем дальше. Не, 1-2 года, 6 месяцев только. А, ну вот, полгода. Жесть, сколько штук залов. А Джошуа ждали такие испытания? Нет, хотя я мог просто не знать об этом. Но мне все же кажется, что Феникса встретили бы радушнее. Опять? Интересно, куда мы на этот раз? Наверняка в окружении каких-нибудь штуковин, жаждущих нас убить. Неужели тот человек и правда пошел сюда? Не узнаем, пока не дойдем до конца. Нужно продолжать поиски. Еще один чувак. Ah!
тону, я же увернулась. Да, я уворачиваюсь, а оно не хочет. Да господи Иисусе, сколько тут этих комнат? Нормально их бить. Прям вообще очень-очень странно, если честно. Ну ладно. Вроде пока справляемся, но мне что-то очень обидно, почему я не могу юзать тот скилл, который стоит дохерища очков. Я вообще не понимаю. И нигде в руководстве об этом даже не говорится, как это юзать, пипец. Обидно. Ну чё, дошли наконец-то. Не нравится мне это. Босс? И мы ему тоже. Поехали, чё. Who
Если с первого раза не пройдет, то можно ставку. Не, нормально, я запотела. Я начала уворачиваться просто. Я увидела на управлении, что локоть это оказывается на L1, а не на L3. И то самое. Стало легче. Справились. Что это за существа и почему они нападают на нас? Возможно, у них возник тот же вопрос. Ведь незваные гости здесь мы с тобой. А они защищают свой дом. Джил, смотри. Это какая-то фреска? Неважно, что это. Взглянуть не помешает. Привет, яблоко. Привет. Так. Вот сюда еще, и там с той стороны еще есть сундучочек. Надо его взять обязательно. Давай. Милость ветра, яростный пируэт. Так, ну я так поняла, мне не сюда, а обойти надо. Блин, вот слушайте, ну я не могу, у меня прям вот реально расстройство не могу. Вот растущее пламя и багровый вихрь. Но того скилла нету. Может, его где-то надо заменить? Я не понимаю. Схема беспроводного контроллера. А, это можно поменять. Нет, мне вот так вот нравится. Я уже привыкла, я уже запомнила, где какая. Блин, ну что ж за фигня-то, а? А, вот, подожди, вспышка ярости L3, R3. Это оно, походу. Это вот эта вспышка ярости. Да? Ну-ка, дайте глянем, как она называется. Пламя возрождения. Ну, тут она называется не вспышка ярости, но может это другое. Короче, попробуем, ладно. Чуть попозже попробуем. L3, R3, вспышка ярости. Эля, можно джойстик чуток ниже держать? Это не джойстик, а геймпад. Но я сижу, как мне удобно. У меня и так рука болит. Фигарит вот это постоянно. Опа-на. Пришельцы. Как скажешь. Серьезно, опять драться? Да ёб твою мать. Ой, ёб твою мать. Не, L3 не работает, R3.
Что это за штука такая? Она не похожа на остальные. Кажется, здесь скрыто больше тайн, чем думали. Так, ну карты тут нету. Идемте на ощупь куда-нибудь. Ну, здрасте. Берегитесь, там еще. Что у нас тут? Еще одно чудо павших. В МК-1 будем играть, или оно такое не особо? Ну, не знаю, там сейчас тест серверов, и там типа по приглашениям. Я нигде не высылала никакие эти штуки, я забыла. Вот, и, соответственно, ну, будем уже играть, когда выйдет. Покажи еще раз скилл. Вот он. Пламя возрождения. А, вам не видно его. Вот, пламя возрождения, Феникс. Оно стоило 1695, что ли, что-то такое. Вот, но здесь не показано, как его юзать. Вот, вообще. Я думала L3R3, но походу нет. Вот, вот есть сведения по нему, но тоже, типа, непонятно, что это. Может, есть какие-то определенные условия, какие нужно соблюсти, чтобы его активировать, но я не понимаю все равно. Его в слот можно вставить? Здесь вообще ничего нельзя в слоты вставлять, вот в чем прикол, понимаешь? Сейчас я гляну. Хотя нет, вроде как можно, но что-то я не вижу ни хрена. Япона, мать! Сейчас приду, чат, подождите. Спасибо, прапор. Наушники, чтобы они не по полу бегали, блин, заколебали. Чего? Упал в стрим, что ли? У меня ничего не лагает. Поэтому не знаю, что. У меня даже пропуска кадров нету. Не знаю, что там у вас. У меня, я тебе говорю еще раз, у меня даже нету пропуска кадров. Я не понимаю, что у вас могло упасть. Итак, у нас есть растущее пламя и багровый вихрь. Волна жара. Я, наверное, багровый вихрь. А, нельзя изменить в ходе боя. Поняла, хорошо. Two!
Так, ну вроде все. Свет, что-то определенно произошло. Надо, короче, все походу там сколько их, 3 активировать. Так, давайте сейчас поменяем, подождите. Так, какой я хочу? Багровый вихрь поменять на пламя возрождения, да? Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Значит, тут все же не тупик. Как видишь. Блин, но красиво сделали, конечно, пипец. Вообще, я в шоке. Как красиво. Видимо, это место мы и искали. И ты смотри, что у нас здесь. Где? Где у нас тут? Что, где? Когда? Интересно, сколько этой фреске лет? 1000? Может быть, больше? Я не знаю. Я вижу такое впервые. Как думаешь, кто это в центре? Какое-то божество? Феникс. У него кровь с ушей пошла. Время остановилось. Он реально управляет временем. Ты же... Второй доминант огня. Кто ты такой? Ты. Мы, это ты, охренеть! Это, а так там же Джошуа должен быть. В смысле, что за херня? What the fuck? Что происходит? Ему сейчас будут показывать прошлое, что ли? Да, когда он все расхерачил. Я вернулся. Джошуа! Прекрати! Прошу, хватит! Это я. Я убил его. Джошуа избрал меня своим щитом.
Поделился даром и просил защищать. В тот день я должен был спасти его, выполнить долг. Брат! Джошуа? Прости, я подвел тебя. Я сейчас плакать буду. Джошуа мертв. Я убил его и винил в этом другого, чтобы не терзаться самому. Я боялся взглянуть правде в глаза и окончательно потерять себя. Потому и бежал от всех и вся. Что теперь? Готов ли ты узнать истину? Да. Будет непросто, но я должен это сделать. Чтобы дух Джошуа наконец-то обрел покой. Типа Феникс пропал? Только не говорите, что мне сейчас придется с самой собой драться. Какой бы горькой ни была правда, что ждет меня впереди, я не сдамся. Ну же, Ифрит, яви мне свой истинный лик. Я не понимаю. Я понять не могу. Come on!
ж, мне нравится скилл. Скиллочек такой шикарненький. А, минус скилл, класс. В Майнкрафте ефрита меньше, это какой-то страшный. Да, они тут все такие. Итак, давайте нам рассказывайте историю. Что по итогу было-то? Бабах! Так. Оба-на. Сока. Нет. Правду суют тебе под нос, а ты все равно упираешься. Давай, Клайв. Посмотри страху в глаза. А, минус скилл! Предлагаешь взять с тебя пример? Откатывается.
И чё? И ничего? Да блин, ну мне же больно! Папа! Хорош. Блин, долго, конечно, его пилить, вообще пипец. Он такой жирненький. У вас тоже за прекрасным примером не видно хп босса. Я просто уже не знаю, куда свою вебку, если честно, припхнуть. Если я ее буду вот здесь, если я ее оставлю, вам будет нормально или нет? Некуда, никуда не деться, да? Ничего. Нет, я тоже устал бегать от тебя. Теперь мы вместе. Пора выяснить, что мы такое, раз и навсегда. О, у нас теперь какая-то ярость. Признать истину. Красиво. Ифрит, покажись. Скорость атаки увеличивается вообще пипец как. Ифрит не ты, а я. Шаришка. А, ой, мне что-то надо делать. Мне надо нажать кнопку, ёпта.
великолепно, мне нравится, я в восторге. Так, частица огня я получила. Угу. Этот обжигающий руки осколок кристалла воплощение силы Айкона Ифрита. Если поднести его к уху, то услышится тихий гул. Используйте при изготовлении предметов. Ага, мы какую-то новую штучку сможем сделать, да, походу? Наконец-то ты признал истину. По праву рождения тебе подвластна великая сила. Прими же ее. Клайв, что с тобой? Джилл. Ничего, я в порядке. Хватит бегать за тенью. Человека в накидке здесь нет. Уходим. Вообще-то был. Собаку уже не могло глючить вместе с тобой. Клайв, а точно ли все в порядке? Мне можно рассказать что угодно. Я столько лет не мог рассказать самому себе. Именно здесь во мне пробудилась сила доминанта огня. От этой правды я пытался сбежать. Но теперь все понимаю. Понимаю, кем являюсь. Вторым Айконом огня, убийцей брата и тем, кто сжег этот замок дотла. Все это я, Ифрит. Клайв. Ту ночь оборвалось множество жизней и разрушилось еще больше. Твоя тоже. Я должен искупить свою вину. Но сперва понять все до конца. Как может существовать второй Айкон огня? Почему доминантом он избрал меня? Кто тот человек в накидке? Что ему нужно от нас? Я должен знать. И раз еще жив, постараюсь не упустить этот шанс. Мы найдем ответы вместе. Я тоже хочу знать правду. Для искупления у нас еще будет время. Я рад, что ты будешь со мной. Без тебя мне не справиться. Ты с детства не боялась смотреть истине в глаза, и с тех пор ничего не изменилось. Ошибаешься. Я изменилась. Но и быть прежней не хочу. Та Джилл совершала столько непростительных ошибок. И все же... Благодаря им мы снова вместе.
Тут, кстати, был хороший момент для признания в любви. Спасибо, Джилл. А вот и Джошуа. Он тут. А значит, тот всплеск силы в замке. Проклятие. Нужно спешить. Тем временем. Замок Дасбок. Дасбок? Осуждаю, Дас не бог. Не скажешь, кто это сделал? Тебя ждет та же участь. А это ее голова, что ли? Гонец, что доставил? Доставил ящик, сказал, что платил ему Сид. Я позволяю тебе и твоим крысам жить, и вот она благодарность. Узнай, где он. Я раздавлю его, сдеру кожу, вырву сердце ему и всему ему поганому сброду. Они отправятся в преисподнюю. Вон! Живо! Да, милорд. Да не, ну там не могли голову ее отправить. Скорее всего, просто вещи. Хотя тоже, почему ему отправили? Надо же было тогда королю отправлять, а не ему. Значит, кого-то подставили. А на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу запись для Ютуба. Вот. Прожимайте лайки, ставьте репосты, показывайте нас друзьям, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новом выпуске. Муа!